была направлена машина грузовая, легковесная до 3,5 тонн. На анализ, на проведение сканирования с помощью СДК. В результате сканирования была выявлена скрытая полость, оборудованная фальш-стенкой к кабине, в которой находились товары, запчасти различного типа. Вот фальш-стена оборудована, вот они, и за ними находится, то есть сзади смотреть, то ее, ну, не видно, если это не анализировать расстояние внутри и снаружи грузового отсека, то как бы не обнаружишь. Но с помощью рентгена можно было очень даже хорошо рассмотреть, что там забито до потолка. В результате проведенного сканирования и полученного и анализа полученного изображения было установлено, что в данном автомобиле имеется фальш-стена, за которой находятся товары, а именно запчасти. Автомобиль был представлен на осмотр как пустой. Да.